Сегодня у нас 28 октября 2021 год. Завтрак у нас утренний. Вот у нас тут. Иначе нас решил показать, чем мы богаты. О, сегодня у нас четверг. Разрешается растительное масло, рыба. У меня что-то не едим не бывает. Это за что? Это вермишель, картошка? Да. Вот смотри, я наливаю растительное масло на тарелку. Раз, полная ложка, вторая. А почему? Потому что у нас мяса нет, этим восполняем. Вот, вытер, чтобы не подтекало. Так, перед этим просварка святая, а вот специальная вода, освященная вода. Володя вчера лепешки стряпал. Вот сейчас я покажу лепешки. Вот посмотрите, толщина лепешки какая. В 4 почти пальца. Вот лепешка, я понимаю. Вот она как выглядит. Поджаристая. Не, это не копейки. А мука. Муку нам помогает спонсор для детей, для детского как бы лагеря, хотя в другом формате. И у нас все это есть. Вот он вчера капусту и позавчера солил. Кочерышки, которые мне остаются, приносят. И я их истощил. Вот они здесь внутри. Вот она, белая, видать. О, 4 кочерышки. И морковка сегодня. 22 морковки истощил я. Вот это она самая мелкая. Вот она какая, как выглядит. Вот на этой вот. Вот почему я зрение еще вижу. Если так посчитать, где-то почти 90 тысяч часов набирается уже. Сколько я за компьютером провел. И глаза, ни одной капли чужой нету. И вот здесь натащил сейчас вместе кочерышка это. Это свои все еще помидоры. Хотя сегодня, кажется, 28 октября 2021 года. Вот помидоры. Здесь. Дальше репчатый лук нарезанный. Растительное масло и соль. Как угодно называй. Но это самое хорошее соединение. Дальше. Рыба. Это рыба карась наш свой. Это в воде печеная, это вареная. И ты вот это? Да. Это Игорь Добунов вам вчера испек в духовке. О, Игорь, как относится. Смотри, карась. Угу. Карась запеченный. Это вообще, считаю, что деликатес. Вот оно где. Это вы давали сестре Марине Михайлюк, а она оставила у него. А, вон что. Дальше, да. Еще нам принесли яблоки бесплатные. Не бесплатно, а вообще бесплатные. Это карась по-теряевски, а это такой. Дальше, что у нас еще тут есть? Вчера Володя напек хлеб, посмотри, какие булки. Кирпичи называются. У нас еще простокваша есть. Простокваша есть. Да, дальше, вот это у нас черноплодная рябина. Сами ее дома рвем. Варенье. И вносим, вот это варенье, черноплодная рябина. Дальше, из калины красной, тоже свое. И это вишневая. Вот, вишневая есть. Вот показать только что. И это все у нас бесплатно. По милости Божией. Поэтому много-мало зарабатываем, голодные никогда не были. Заправка. Корень солодки, липовые листья там. Еще что у тебя есть? Ну вот в основном да это. Вот так, в основном да. Это. Ну вот хотел показать, как мы здесь расположились. А тут у меня баночка отдельная, специальная. Освященная вода. А тут у меня гальяна сушеная. Вот интересно, покажи, где они отдыхают. Вон наверху. Вот это Каля Поля отдыхает. А это наверху. Вот смотрите, я баночку взял, открываю ее только. Уже услышала. Черная. Ну-ка иди сюда. Ой. Ну-ка идите сюда. Сейчас. Смотри, они как побегут за мной. Володя, успевай скорее снять. Посмотри, сейчас прибегут. Поля, иди скорее. Паля, иди скорее. Да моя паленькая, вот она как. Паля, иди скорее. Ну, черная, не тормози давай. Давай. Иди съешь. Просмотри, рыбий сникерсни. Давай, скорее за ней, скорее. Вот она здесь уже сидит, на. Бери, гальяшек. Все. Вот, пожалуйста, не надо бегать за ними. Ученые кошки. Рыбачат у меня здесь. Тут у них теплая такая мягонькая штучка. И вот как поедим, у меня в конце еще один деликатес покажу сейчас.
я всегда достаю после всех кушаний. Это банки такие вот, трехлитровая банка. 1200, кажется, рублей стоит. Свой мед алтайский. Но в ходе 4,5 килограмма меда. 4,5 килограмма. Вот даже не знал я. 1200, ну, понятно. Притом с пасеки. 100%, что там ни сахара, примеси никакого нет. Ну, я помаленьку, тут у меня такой хлебушек-то есть, а куда ложка-то делась? Нет, это... Я куда-то тут сунул, и не найдешь. Вот она. Вон она где спряталась. Я вот так вот кусочки хлеба, уже все, поели когда. И на ночь, черпая ложку, развожу в теплой воде и выпиваю. За каждым жевком помаленьку оттуда беру. Как приехал, это уже получается 3 недели будет, вот насколько она убавилась у меня. Мед. Кто желает, это можете на меня выйти, я скажу где. Село Урывки. Урывки, то есть урывками брать. Тюменцевский район, Алтайский край. Шерстобитов Геннадий Павлович. Ему сразу есть, и он посылает мед этот. Вот я показал, какой. Ну скажу, да что у вас тут есть? Как раз. Никогда ничто не болит. Ложишься спать спокойно. И благодарение Богу. Садись, брат. Слава Христу.